Вот я подошла к пиону любимец парков. Авторы Харченко Тиран, Украина. Год создания 1979. Это еще было при СССР. Невысокий. Высота 70 сантиметров. Очень компактный куст. Стоит хорошо, держит бутоны хорошо. Ну, такой, да, вот он, пишут, рыхлый куст. Ну, наверное, так и есть. Цвет самого бутона светло-розовый, ну, немножко выгорает. Серединка полуоткрытая. Вообще пишут, что он может быть от махровых до полумахровых цветов. Это мы сейчас и наблюдаем. Полностью махровый цветок. Вот этот полумахровый уже немножко высветлился. Есть красные отметины. Вот внутри бутонов. Вообще мне он очень понравился. Такой веселенький. Я бы даже сказала, многоцветный пион. Видите, как плавный переход идет от такого малиново-розового к белому, к светлому. Тут вообще оттенки совсем другие. Здесь более насыщенные, яркие. Каждый бутон просто имеет индивидуальный свой цвет и оттенок. Ну и форму цветка. От махрового до полумахрового. Вот такая идеальная розочка. В этом году много очень. Вот это периферийные в основном бутоны все. Вот это все периферийные бутоны. А вот серединка вся сброшена. Центральные бутоны. Представляете, сколько было бы тут красоты, если бы не слетели все центральные бутоны. Любимец парков. Харченко Тиран. Есть боковые бутончики. Вот это видно тут, что значит цветение будет очень даже продолжительным. Он ароматный. Вот такого среднего срока цветения. Вообще цветение обильное. Он у меня второй год цветет. В прошлом году я его что-то не успела сфотографировать, снять ролик. Он просто был шарик. Вот из таких малиново-розового с белых цветочков. Любимец парков Харченко Тиран. Название в точку. Это действительно очень красивый пион. И он очень хорошо подходит для озеленения.